Так двумя руками. Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Наконец-то сбылась моя мечта. Я купил себе хряка будущего. Гаврюша, вот хряк Гаврюша. Купили мы его 12 числа. Стоил он 650 гривен. Хряк Гаврюша имеет у нас ярко выраженные черты свинки мясной породы, то есть вот такой увеличенный срака у него, такая как накачанная, если смотреть. Длина, он длинный, не круглый. Главное у него достоинство, ну покажи, это вот тут видно хорошо, надо, это я показываю для чего, это не потому что извращенец, а потому что когда вы будете, у него видно два яйца есть, не нутряки, ничего, нормальные два яйца, это очень важно. А ну переверни ее, покажи его морду наглую. Что я скажу по морде, морда наглая, ухи покусанные, но это уже у нас все приключилось, значит весил он при покупке 7 килограмм. За этих буквально тут прошло, еще недели не прошло, он набрал уже больше, чем 1,5 килограмма. То есть он адаптацию прошел нормально. Все, бросай Гаврюшу туда до всех. В общем, Гаврюша у нас, ага, еще один момент. Шкура у него такая красная. Он, в общем, очень сильно похож на мясного пацана. Здесь у нас, так, а ну подождите. Здесь у нас сидят братья, но это не братья, они родные прям, потому что Гаврюшины. Это пацаны на откорме и девки. Тоже в семье не без уродов. Что хочу отметить. Взяли поросят, вот здоровый, смотрите, вот наглый, здоровый, все как положено. Вот. И тут же есть хоббиты. Хоббиты мелкие, прячутся вон под кормушками. Они как мухи. Двое хоббитов. Остальные вроде ничушные. Гаврюша у нас с виду, по обещаниям хозяев, он кто там был, что он там молол? Петрен там намучен, еще с чем-то. В общем, переводок конкретный, но с виду как не свой. Поэтому мы посмотрим на него, как он себя будет жить. Так, а ну. Ну, не вообще, как эти сам. Короче, 12 октября 2018. Илюха, а ну загоняй эту всю банду. Забрасывай ее. Голодные елки, жрачку съели. 12 октября 2018 года Гаврюша у нас появился. Давай. Посмотрим. Гаврюшу мы пустим уже месяцев через 5 в дело запустим. Начнем покрывать свиноматок своих. Ну и соответственно он начнет приносить нам. Мало того, доход, мы не будем тратиться, вовремя будем производить случку, все эти вещи. Говорю, что хоть по рассказам больших специалистов они рассказывали, что на, ну, у нас две пока свиноматки, мы еще оставим две. С этого приплода Гаврюша левый, полностью левый, поэтому сможем покрывать всех своих свиноматок безбоязненно, перекрестить их. Ну, в общем, посмотрим, как он будет расти, во что он превратится. И какие от него будут поросятки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пожелайте Гаврюше быстро вырасти в настоящего хряка. Да, возможно, Гаврюша будет ездить на заработки. Но это мы посмотрим со временем. Все, всего доброго. До свидания.